Когда занимаешься рыбой 10 лет, кажется, что уже ничто не может удивить. Рулет шахматы состоит из трех видов рыб. Это семга, тунец и мурманский палтус. Это рулет холодного копчения. Сейчас буду резать и показывать, как это все в разрезе. Открыв упаковку, в нос сразу прилетел безумный аромат вкуснейшего дыма. Пока все поражает. Тунец, семга и палтус. Конечно, на столе это будет смотреться просто безумно. Видите, палтус белый, жирный, прозрачный. Я уже это чудо попробовал. Фасоли прям отлично. Ни много, ни мало. Давайте теперь пробуйте и вы.